Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Угрозыск». Герои детективного сериала – оперативники одного из руфт столицы. Их четверо. Красивая, крайне язвительная и хорошо разбирающаяся в компьютерах Екатерина Блюменкранц, считающая себя непревзойденным оперативником и шутником Ловелас, Никита Строев, бесхитростный везунчик Иван Миронов и признанный всеми авторитет, опытный опер Андрей Кудасов. Все вместе они расследуют преступления на земле. Убийства, кражи, мошенничество, соседские разборки с тяжкими телесными – все то, с чем сталкиваются обычные люди и с чем идут в районный отдел полиции. Содержание серии. «Хочу замуж» – пятая серия. Парень в чем-то убеждает девушку, но она его не слушает и уходит. Сразу же появляется кавказец и наносит парню удар ножом. Потом забирается на пассажирское место, и машина уезжает. Старушка-свидетельница марку машины не запомнила. Оперативники полагают, что разговор парня с девушкой и нападение на него связаны. Выясняется, что у пострадавшего была девушка Тома, которая бросила его ради кавказца. Подруга Тома наводит оперов на некоего Армена, но он оказывается просто приятелем. В соцсетях Тома интересуется исламом и Турцией. И на ее имя уже взят билет в Стамбул. «Горячая штучка» – шестая серия. Начинающая певица Ляля узнает от своего любовника и продюсера Бориса о том, что он хочет бросить ее. Ночью кто-то сжигает машину Ляли прямо возле ее дома. Борис сообщает оперативникам, что в адрес Ляли поступали угрозы от неадекватных поклонников. Но нельзя исключать, что поджог машины никак не связан с угрозами, просто так совпало. Оперативники устанавливают за Лялей наблюдение и обнаруживают проникшего в ее гримерку неизвестного. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться каналу.